Здравствуйте, как ваши дела? Я вернулась в Россию. Вот так хаотично начинаю влог. Время поездки в Москву, уже прошла регистрацию. Миллиард людей. Но я думаю, что быстренько все пройду. Получила свои документы посадочные. Все, в дорогу. Это вообще технологии тут. Самое забавное, я пошла в очередь все паспорта. Меня разворачивает мужик, говорит, вы куда? Показываю паспорт, он такой, русский, в Европу. Я иду в очереди для европейских паспортов. Прекрасно вообще. Главная стратегическая ошибка была не купить себе дополнительную ручную кладь и не взять маленький чемоданчик, потому что у меня с собой рабочий компьютер, личный компьютер, книга, и у меня уже, конечно, отваливается плечо. Первый раз вижу такую классную зону с плойками, где можно просто поиграть. Я считаю, что это гениально. Я скучала по вот этим вот российским лицам, по недовольным рожам. Ну, главная встреча, все, домой приехала. Время 5:30 утра. У меня перекус с солеными огурцами, котлетами и капустой. Ничего вкуснее просто быть не может. Ладно, снимать. Пап! Ну хорош снимать в эту кукушку, превращаться. Пообщайся лучше. Сам ты кукушка. С черепами. Пьяный уже с утра был. Да? Да, пьяный просто в дугарину, собаки его волокли домой. Две, которые да, у них есть. И авоська с пивом у него была. Пивом звеня, говорит, Сань, привет. Если приехали в супермаркет, сейчас будет новогодняя, предновогодняя закупка. Хотя дома уже холодильник немножечко ломится. Будем... Что мы будем покупать? Бутылки. Водка и пиво. Пап. Купи, начальница. У нас экипажи коробками. Коркунов офигенный российский шоколад. Пока они скидут 249 рублей. Ну, они все красивые. Вот это надо две. Ну, это хорошо, давай молодой. Две возьмем, да, вот так берем. Это именно не фирменный, а российский. Хорошо. Привезти, да? Мы тут продвигаем российский шоколад. Я знаю. Минимум где-то 50-60 евро пол-литра. Трансатлантик? Трансатлантик. Это очень дорогая водка. Забираем водку моему начальнику. Да. Семья алкашей набрали бутылок. Папа, вообще сколько у тебя бутылок-то? 5? Я не понял. Обзор на кота. Такой кот, одна штука. А это человек, который потом будет монтировать этот влог. По всем бизнес-вопросам обращаться к ней. Yes. И вот к нему еще. Внимание, кота зовут Какиш. Да. О боже, какой он красивый, я не могу вообще. Просто подарки от моей мамы. Банка борща. Борща. Такой мал ходит, такой мал. Девочки, обзор. Обзор. Эти круассаны, булочки побывали в Армении, в Париже, в Москве. Так, обзор подарков от Ксюхи. А, внимание. Райан Гослинг и русский флаг. Это топ. Я на работу буду так ходить. Там тоже Райан Гослинг. О, АСМР. Секунда.
Это просто лучше. Это Райан Гослинг, я русский. Надо шамана включать. Я русский! Боже, мой любимый чай! Это лучший подарок. Я помешана на вот этом чае. Чаю? Чае. На этом чае. Но его нигде не купить в Европе. Я считаю, что это просто, ну, в Париже, извините. О боже. Сделай, могу просто мне это все. Мы здороваемся с влогом. Алексей. Добрый вечер. Я свои познания про GoPro остановил на 3+, она была, так называлась. Нормально. Поэтому... Полина, ваш комментарий. Потом купил Sony Action Cam. У меня GoPro была китайская какая-то у Сережи. И в море мы с ней плавали. Кто? Александр. Всем привет. Все GoPro, которыми я пользовался, были не мои. И это было всего пару раз в жизни. Но при этом у меня планируется грандиозное путешествие. Я возьму точно GoPro с собой. Сразу такую раздобыть. Мою. Ну, можно и твою. Да. Вот, всем привет. Я все ем сало. Все слушаем Санину музыку. Слушайте мои песни. Слушайте Санины песни. Они прекрасные просто. Обзор. Восторг. Любимое место. Это Париж. Вот у нас это Париж. ГУМ — это невероятная красота. Я считаю, что это самое настоящее новогоднее настроение. Так что сейчас пойдем походим. Да, и будем подпитываться новогодним настроением. У меня продолжается тур по друзьям, и вот эти вот тоже мои пушистые друзья, такие прекрасные, такие носы. Это Кира, а это Марсик, самые прекрасные собачелы. Да, Кирочка? А это Таня, владелица вот этих прекрасных двух животных. Привет. Мы, между прочим, с Таней знакомы, мне кажется, дольше всего. Сколько лет мы с тобой знакомы? 18. 18. Мы знакомы 18 лет? Да. Мы 18 лет знакомы с Таней. Кому нужен преподаватель по английскому языку? Реклама. Это вот Татьяна, человек, научит вас вообще всему, вот что вам только понадобится для переезда за границу, для просто жизни. Обращаемся. Здесь вот где-нибудь ник в Телеграме. У нас тут салон на дому. Таня — это просто человек-королева укладок. Да, мы... Подожди, не говори, может быть... Ну хорошо, Таня — королева укладок на своих волосах, назовем это так. Мы примерно год, наверное, обсуждали, что, типа, я должна прийти, чтобы Таня мне показала, как она укладывается, и сделать на мне укладку. Ну, спустя примерно год, наконец, пришла, сейчас вот мыли голову, покажем после. Но я надеюсь, что получится очень круто. А если не получится, то этого просто всего не будет. Ксюх, вырезаем. У нас укладка. Посмотрите, какой объем. У меня не бывает объема в волосах. Таня тут просто изворачивалась надо мной на всех уровнях. У нас, конечно, концы не сильно вьются, но объем просто. У меня от природы волосы прямые, как палки. Их хоть как-то уложить, чтобы это держалось хотя бы 2 часа, это невозможно. Но сейчас просто львица, просто победительница по жизни. Я считаю, восторг. Что мы хотим сожрать? Что мы хотим? Но у нас встреча века. У нас World Tour продолжается. Лена теперь живет в Москве. Дома. Да, я временно. Проездом, я не местный. Но это просто шок-контент. Мы ни разу с тобой зимой не были в Москве. Да. Вместе. Ты пришла когда домой? Мама сказала, что я начала слушать музыку. В смысле? С мобилки. Но мне кажется, я твои аудио слушала. Мама подумала, что это музыка. Это по-любому мои аудио были. Вот, это были, скорее всего, твои аудио, да. Прекрасно. Лена слушает мою музыку. Так, обзор на картошку. Трюфелем и пармезаном. Выглядит на 7 из 10. Угу, рейтинг картошки. И там есть прям кусочки трюфеля. Прекрасно. Какая-то кнелечка из чего-то. Ну все, топ. Всем привет. Мы в какой-то пьянице. Да. Т.
Я обожаю приходить к своему преподавателю по французскому. Эта женщина меня всему научила, и я всем просто ей обязана. Каждый раз она меня кормит просто. У нас тут встреча века. Год не виделись, год. Может, значит, приходи домой к флористу, тут просто цветы на любой вкус. Так, рассказывай, что за цветы? Значит, у нас здесь хризантема, здесь мотиол кустовая, можете понюхать. Нюхаем. Очень вкусно пахнет. Лилия. Кстати, очень вкусно пахнет. Апероль. От радости немножко закрыто. Ну... Подожди, что не снимай. Ну, я все сразу снимаю. Вот, подойди поближе, видишь много больших прозрачных. О, какие details. Еще какие материалы. Вот что значит приходить домой к флористу. Вот, вот такие вот елки, а у меня кот насрал. Я забыла, что хотела сказать. У нас появилась новая традиция. Уже 31 декабря у нас такая появилась с родителями спонтанная традиция. Мне очень захотелось пригласить их на завтрак. Мне эту, кстати, тему подсказала Лейла. Они каждый год с семьей ходят на завтраки. Мне показалось, это прекрасная идея провести время с семьей. Вот, благодаря тоже друзьям забронировала столик. У нас такая отдельная комната, очень красивая. Сейчас будем завтракать в Доктор Живаго с видом на Красную площадь. У меня тут омлет с крабом. Ой, очень красивая подача. У папы с мамой гурьевская манная. Манная, да? Манная каша. Манная каша. У нас уже идет полная подготовка к Новому году. Тут, значит, все нарезано, уже рис сварен. Значит, какие-то салаты в подготовке, вареные яйца. А еще обзор на лучшие новогодние подарки от Ксюхи, которая сейчас это смотрит и монтирует. У нас многолетняя история дарения подарков, и Ксюха каждый раз дарит мне всратые футболки. Я их просто обожаю. Врат! Я получила от Лены футболку. Во-первых, то, что это в пакете Наик, это я никогда это не выкину. Гад. И это просто... спасибо! Внимание! Райан Гослинг. Мы очень любим Райана Гослинга. Мы вместе смотрели «Драйв», мы смотрели «Ла-Ла Ленд». Нет, мы, кстати, вместе «Драйв» не смотрели, Ксюх. Но, ну как бы, ну... Очень патриотично. Exactly. Потом себя во влоге моем увидишь. Хочешь что-нибудь рассказать моим друзьям, которые тоже будут смотреть? Подписывайтесь. Спасибо. Молодец. Влог продолжается с моими главными фанатами. С вот этими двумя такими фанатами. И с еще одной главной фанаткой. Тут такой идеальный мой самый любимый кот. Чипик. Привет. Ты мой дорогой. Ой, ну какой тут кот. У меня жопа волосатая. Готова ли я к детям? Нет. Там даже кот смотрит мой влог. Котик. Да, Чип с нами смотрит. Твой котик. Мы замерзли. Смотри, там следы остаются. Смотри. Как-то очень быстро закончился отпуск, и вот уже собираю чемодан. Пытаюсь сложить вещи, которые абсолютно не помещаются. Вот это вот все, это нужно сложить. У меня комната теперь стала складом родителей. Да, как-то очень грустно, очень не хочется. Самолет уже через часов 10.
Вот, так что вперед. И в этот раз снова возвращаясь домой, жду новое лето и жду новый прибой. Прошу об одном, плыви мне навстречу. Может быть, я в этот раз тебя встречу. Мой любимый.